Всем привет, дорогие друзья! Всем доброе утро! Утро у нас как-то не улыбается нам, солнышком. Пасмурно, но ничего. Мы улыбаемся ему. Вот. Едем в город, хотим с Юриком съездить. Юрик там завел машинку, и Лешик там вон идет за творогом. Поедем, возьмем творога, сделаем вареничков. Привет, привет. Лешик уже побывал на рыбалке. Давай. Видел, как там щука видел. Да, скидывается. Бросал сюда, прямо. Поехали, нету. Раз, блин, это сломался подожди. Застежка. С крючком не было? Нет. Скоро поспит наш. Что я хотел? Сколько его вон? Мама дорогая, это сколько? Это ж все осыпется будет вот тут, вот под деревом. Вон, больше, чем листьев. Там зажим. На дереве. Нет, он сломал. Лешек, я вчера смотрела вот видео про боярышник. 25 сентября он такой спелый. Так что еще. Успеем покосить. Да, успеем покосить. Надо выкосить, чтобы потом хорошо выгребать было. А что тут у нас? Платежка пришла какая-то. Мокровская школа. Так мы же здесь не прописаны. А, хотя можно это, да, можно как бы проголосовать в любом месте. Ну, ладно, пускай пока полежит. На выборы пришло приглашение, Леша. Пойдем голосовать. Всех выбираем. Лучше всех. Пойдем всем, всех давай выберем. За всех. Пойдем. И пускай да? Они там думают. Нет, только надо зарегистрироваться же, что мы здесь проголосуем, а не в Москве. Да? Пойдем? Ну а что? Конечно. Что потом наши эти используют, да? Ну конечно. Иди садись. Да я сзади сяду. Ну ладно, ты будешь корячиться. Иди. Ну пойдем. Пойдем. И тут тоже надо будет покосить. Ладно, едем. Взяли такой вот творожок, ребята. Я распаковалась. Да потому что мы такой вот, это бетлицкий наш творог. Но сегодня хороший, сухой. В прошлый раз столько воды в нем было, мы с Таней тогда покупали. Вот. Хороший. Вот, и взяли салка. Вот такое вот салка. Будут шкварочки. Шкварочки под вареники. Многие сейчас удивятся. Вареники с творогом, со шкварками. Какая вкуснятина, ребята. Только творог должен быть солененький, а не сладкий. Вот. Соленый творог, творог с яйцом, вот, и шкварочки. В смысле, яйцо сырое я кладу. Творог посолю, яйцо туда, вот, и варенички. Вот, и со шкварочками. Ай, на-на, как вкусно. Угу. У меня здесь стоят еще баночки с вареньем. Все никак не вынесу. Вот такое вот получилось варенье из кабачка. Вот столько вот его, столько баночек получилось. Вот, ну и хватит на зиму. Всем по две баночки. Да? Раз, два, три, четыре, восемь. Нам... Юрику, Тане и Светы. Вот. А сейчас надо мне замесить
тесто на вареничке. Вот, и надо пойти посмотреть, что там ребята делают. Они хотели делать перила, гараж. Ну, я, может, сейчас замешу тесто, потом пойду поснимаю вам. Так, тут еще сельдерейчик ждет. Сейчас там подсушиваются яблочки еще. Потом пойдет сельдерейчик в сушилку. Вот. Там вон хлопцы готовят столбик под этот. Вот, нормально. Ой, дерин. Вон, листочки торчуны. Уже торчуны. Хорошие. О. А вот это, ребята, это... Сейчас покажу. Я думала, это дерин какой-то. Вот, особенный. А это, оказывается, китайская ива, что ли. Вот такая она, рябенькая. Вон, видите? Вот, Люба говорит, она такая красивая весной вообще. И ее можно формировать. Вот я правильно ее здесь и посадила. Здесь у меня ряд всего. И гортензия тут у меня, и вишня, и черешня, и можжевельник. В общем, ива. Вот это теперь. Вот. А эта гортензия вот как-то только получилась. Она у нас то ли гортензия это съехала в сторону, то ли вот этот ряд съехал у меня в сторону. Ну ладно, как будет. Как будет. Так, что там наши хлопцы делают? Во, забивают. Да не выровняешься его уже. Да ладно, пускай там будет. Не могу, кривовато. Может, это так было и задумано. Так срежем, как нам. А здесь ну, удобно. Не будешь? За угол не будешь цепляться? Чего цепляться? Ну, гляди. Ну, гля, нормально. Не, ну мы спилим вот так. Ну да. Ну, хорошо будет. Проверим. Да? Да. Проверим. Где есть что-нибудь такое острое? Что, пометить? Да. Зайди в гараж, это гвоздь. Это даже высоко, Лешек, надо пониже. Тут ниже сделано. Конечно, вот так вот где-то. Не, тут ровнее можно. Вот так. Тут вот просто пониже. Давай, говори вот как, давай только надо. Сейчас. Да. А тут тоже можно повыше. Здесь повыше. Тут вот так нормально. Нормально, да? Да, а здесь, подожди, тут можно тоже повыше еще. Давай еще. Вот, вот прям как вот так вот срезать. Вот так нормально, да? Только надо срезать в другую сторону. Ну вот, вот так вот и отмечаю вот этим. Ты же не отмечу. Угол от этого возьмем. Нет, ты приложи туда, чтобы угол же был нормальный. Давай я подержу. Вот, а ты отмечай. Вот тут сверху можешь отметить. Убери руку. Вот сверху можешь еще отметить. Вот тут вот. А зачем? Ну, вот тут срезать надо. А, срезать-то будем внизу, да? Ну, вот так. Так, ну что, надо кирпичик набросать туда. Да. Может, яблоки? Или щебеночки. А
Да вон насобирал, что там? Сколько там надо-то? Там он можно взять. Ну что тут у нас? Трудно пилиться, да? А что, пилу? Надо было пилу завести. Крути все. А там тоже надо уголок спилить, наверное, да? Чуть-чуть. Сначала надо, Юль, сначала бить сюда надо, разметить уголок, а потом уже вот эти. Вот это вот бить, сюда бить. Зачем? Ну как, чтобы держало. А уголок у тебя есть? Может, на уголок просто его? А вы где такие уголки подрались? Так согнуть его. Да не, он изгибается. А сгибается ведь будет хуже, вот, сгибается. Это уголок. Сначала вот это кинем, да, вот эту палочку. Там тоже уголок надо сделать, да? Да. Приладим сейчас, очертим, потом теперь вот эту, да, небольшую. Ну да, она вот наша. Вся. Лёшек поймал кузнечика. Это кузнечик или саранча? Вот у него усы длинные. Писали же нам, что если длинные усы, это кузнечик. А меч? Что меч? Ну это... меч, он же защищается. У него есть меч? Вот. Это жало. Меч. Это жало. Это богомол. У саранчи меч. Вот. Но он кверху ходит. Бедолага. Ладно, иди отпускай его. Конечно. А у нас тут, ребята, жарятся шкварки. Загреется водичка. Здесь вот варенички мы с Юриком налепили. Вот, там в холодильнике морозится еще, а это сейчас сварим на обед. Вот, и такие вот ушки. Гамами ушки. Вот такие. Мама моя делала варенички, просто вот такие кругленькие. А вот это вот Юрина бабушка, моя свекровь, она делала вот такие ушки. Видите, они правда похожи на ушки. Гамами ушки. Вот. Так, ладно, пока кидать не буду. Сейчас пожарим шкварки. Вареники быстро сварятся. Вот так вот. Пока прикрою их. Вот. Сейчас помешаем шкварки. Мясные такие вот. Ой, уже пахнет. Неудобно одной рукой. Надо еще чуть-чуть подсолить их. Здесь у меня молоко прокисает в чашке. Шкварчат. Шкварки. Это же такая вкуснятина. Ё-моё. Так. Вот как жарятся шкварочки.